Приветствуем, приветствуем. Настал час игры. Ну, не час, конечно, мы сейчас будем 20 минут примерно проходить эти уровни, а может и меньше. Но если меньше, то опять будут золотые яйца Пасхи. У нас сегодня сезон второй, да, мы должны окончить школу, давайте. За сегодня слабо. Ну, успокойтесь. Давайте, 20 уровней, 10 осталось. Тут у нас, ага. Это школа называется, смотрите. Похоже, ну да, труба печная, где пекут учебники. Но, как всегда, все легко, все просто, видите? Так школу просто взять и взорвать не получится. Придется применять особые методы. Птицу бомбы, естественно, использовать, но у нас нет. И мы проиграли. Первым делом нужно, конечно, попасть в динамит. Давайте так и сделаем. Скорее всего, это верное решение. Надо еще пробить туда, да, путь. Пробить туда путь не так-то легко. Это в печную трубу попасть нужно, да? Нет. А тут карандаши, шипы. Видите, специально кто того самого, того сбрасывают на шипы карандашные. И, в принципе, осталась только вот эта главная база. Взлетает. Есть! Идеально, практически, надеюсь. 75 тысяч и 85 и 95. Есть! Наконец-то. Да, слушайте, неужели мы не... Не набирали 30? Нет, набирали, конечно, набирали. Раньше. А дальше у нас... Ох, колонны. Классика. Ну, давайте посмотрим, как попадать нам. Сюда? Сюда или сюда? Куда лучше облетать? Ну, начнем с небольшого, да, с этой подставки. Ага, ну только вот сливает гад. Поэтому нужно ломать не все, а только то, что видно. Только слегка, и тогда оно оба-на, в бок и вниз, и бах, и холь. А тут что делаем? Тут то же самое абсолютно. Не все ломаем сразу, а вот так делаем. Опа-на. Маленький уцелеет, надеюсь, нет. Теперь левитируем эту гадость. Опа-на, как оно улетело. Вот это да. Я стал чуть пониже. Эй, колонну задавай. Задавай. Нет. А, уцелел, не беда, надеюсь, не уцелеет потом. Смотри, сейчас что-нибудь свалится, какая гадость. Карандаш, палочка, нет. Ничего, сейчас мы пройдем с первой попытки, и тогда вторую птицу туда же. Не беда, сейчас какой-нибудь камешек отлетит. Какая-нибудь палочка отлевитирует. В сторону. Ну да, нет, конечно. Хитро сделали, да? Он еще с зонтиком, зонтик даст ему плюс 50 к силе, к прочности. Какая глупость, да? Почему это? С чего это вдруг? Кто вычислял это? И зачем вы? И в каких измерениях, да? Какие измерения проводились, чтобы вычислить что? Зонтик дает 50. Какой-то характеристики непонятно кем определенный. Оба на взлет. И в принципе падение. Но куда? Давай, взлетай, колонна. О, все-таки взлетает. Но не очень сильно. Колонны еще не упали, могли очки дать. О, яйцо, смотрите, с яйцо. Что, ну, вот что, как собрать-то? Нужно, наверное, специально учебник съесть. Мы его испекли, значит, давайте съедим. Ага, и получился блок, слушайте. И что? А, и от блока нужно отскочить. Ё-моё, вот это трюк. Эй! Толкаться дома будете. А, ну вот скатиться и отскочить от уголка. Давайте сделаем. Несложно, несложно, нет. Не говорите, что сложно. Поддел. И... У нас сегодня день золотых яиц, друзья мои. Международный. Да нет, конечно. Обыкновенный день.
А, можно даже без камешка собирать, слушайте. Поняли? Вот. О, называется школа крыш странных. Забор как шапочка. И так, вот забава. Давайте их побьем снова. Неплохо, на мой взгляд. Этого задавили, и этого задавили, и тех задавили, вот это да. Это то, что называется удар птицы. Так-то мы задавили, да. Но динамит остался, на котором учитель сидел. Кто-то решил подшутить, видимо, динамит под учителя подставил, а тут учитель сядет на стул и взорвется. Ишь, ура, как говорится, да? Подлетит на воздух и застрянет головой в потолке. Как это обычно делают мастера. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Что вот это такое? Кран? Как говорится, школу еще не построили, а уже заселили. Можно сказать, заселили, конечно, не заселили, но... Так, что дальше? Ну, по деревяшке попадем? Так, точно. Еще деревяшка попадем? Наверное. И задавили подвального работника, рабочий, наверное, еще который хотел достроить что-нибудь. Не удалось. С вас одна звезда. Это стеклянная школа. Решили эксперимент провести, школу полностью из стекла построить. Запустили людей. Открыли дверь. Все сели и провалились сквозь землю. Нет, не потому что стекло треснуло и все провалились вниз. Нет, просто все куда-то пропали неожиданно. Оказалось. Что оказалось, вы узнаете в следующей серии. Ну, конечно же, не узнаете, потому что следующая серия не про этот эпизод. Поэтому узнаете в следующий раз. То есть не узнаете. Сами вспомните, что случилось. Или придумайте, не знаю. Или подумайте и логически догадаетесь, что произошло. В любом случае, продолжения истории не будет от меня. От меня сказано... Да что за звезды это такие? О! А, кстати, обучение птицам, да, заметьте. Впервые в этом эпизоде появляется. Кто не знал, эта птица надувается. Вот так. Но мы слишком рано надулись. Вот. Неплохо. Видели? Молодец, какой я. Я сделал лучше, чем вы. Круто, да? О, и тот забился. Ну что, неужели это забьется от счастья? Нет. Но покрушили неплохо. Если бы птицу сохранили бы, думаю, было бы звезды точно сколько надо. А сейчас не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю. Затем опять вот такая штука. Смотрите, вроде кажется простенько, но нет. Камень, 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 действительно. Этот эпизод полностью из камня словно, нет? Да нет, деревянный тоже есть. Куча деревянных построек и так далее. Стеклянных мы видели уже недавно, да? Да. Ну да, ну да. Ну да, ну да. Конечно же, нет. Ладно, поверим на слово всем людям, которым... не понял. Эй, почему птица вверх ногами? Ладно. Вернее, совсем не ладно, но ладно. Во, надули, полетели. Динамиты забрали с собой. Ну да, и осталось как-нибудь добыть их. Видите, учебники, когда при строительстве школы, учебники на удачу в стены закладывают. На всякий случай. Вдруг, смотрите, учебников не хватит. Тогда учитель берет... Как говорится, кнопочка называется, как говорится, разбить в случае ситуации экстренной. Разбиваем там молоточек, мы берем и разбиваем, начинаем бить по стене. Собственно, учитель бьет по стене и добывает учебник из стены. И дает недостающие учебники кому нужно.
Это во всех школах теперь так. Ну, в общем, кое-как, видите, и остался недобытый, видите, еще нам достаточно, хватит для всех. О, идеально, тут-то, да, я совершенно не думал, как попадать, но... О, это называется треугольник. Видите, похоже, конечно. Ну, в смысле, уровень такой. Тоже не с простых трех звездочек, потому что запоминающийся уровень. Или наоборот, поэтому он запоминающийся. Не, пройти его просто так, конечно же, не просто так легко. Ты шутники, а? Так, видите, все, провалили мы миссию нашу. Да. Ну что, одной птичкой? Ну, одной птичкой. Одна птичка. Попали мы. Что из этого вы можете понять, а? Вот как нам дальше там поступать? Вот разбилось бы, упало бы, лопнуло бы. Хо. О! Е-е-е! И затем вот, соответственно, как мы и сделали, вот мы сделаем так снова. Эх, уцелел гаденыш. Ну ладно. Не печаль, не печальтесь. И оба зонтика уничтожены. В принципе, можно с двух птиц было бы. И было бы три звезды точно. А вот так... Ну хотя бы две, может, дадут. И нужно было яблоки еще погрызть. А, ну теперь точно три звезды, ладно. Вернее, тоже три звезды. И осталось два уровня. Во-первых, вот это вот. Что-то, смотрите. Странная штука, очень странная штука. Ну, как-то не очень. Не понравился мне запуск. Во! Конечно, по сути, то же самое, но лучше. Да. Но не беда. О! Ну, хоть что-то. Птица в школу залетела, и видите, и насмерть клювом всех. И остался самый главный, вот он, смотрите кто. Король. Ну, конечно, корону не видно, но король условный, конечно же. Как-то не повезло, словно. Так-то. Вот сюда попадать, и все будет чудесно. Но, если мы повернемся, это не беда, у нас еще большая птица есть. Наверное, повезет, если попадет птицей какой-нибудь. Его так просто не пробить, слушайте, его даже блоком не завалить, его нужно как-то толкнуть туда и сюда, и туда, и сюда. Смотрите. А, только сюда, а не туда. Ра! Да, полетели. Ать, может быть, вот так попадать надо. Да, смотрите, метку. А, нет, не метка, извините, ошибся. Нет, обознался, не метка. Отменяйте слово метка. Ну ладно. Что случилось? Там динамит разве был? Там не было динамита. Просто взорвался. Ап-ап.
Видите, что случилось после этого со школой свиней? Ну ничего, видите, свиньи. Вот поэтому глупые свиньи. Потому что школу уничтожили птицы. А, яйцо! Это с карандашами? Нет, это с яблоками. Ну, когда я подразумевал с карандашами, имел в виду с яблоками, да. Я думал, здесь карандаши, здесь яблоки, ладно. У нас называется сметика. Весной. Весной, когда дождь... Когда уже, как говорится, снег тает, сметель... свиньи... начинают плавание. А, стойте, какой весной? Это осенью, когда... Да, осенью, когда лужи начинают... Большими свинки плывут домой со школы, видите? В современных городах всех так можно увидеть. Вот, слушайте, помните? Ну, наверное, у вас по соседству тоже такая была ситуация. Вы смотрите в окошко, а там плывут они в зонтиках. Тут называется меткость, надо попасть четко. Видите, не получилось. Да. А, там всего один... Всего... Непонятно, все станет ясно. Бабах, и все получится. Смотрите, а как? Спрашивается. Вот так вот. И потом взрываются все. Это тоже бывает. Когда слишком много людей плавает в зонтиках, то вот такой вот. Трубу прорвало, называется, условно. Ясно? Один, два, три. Успокойтесь, считаю. Раз, два, спа. Такой вот безумный эпизод. Там ведь не было динамита. Был. Ну ладно, был так, был, что поделать. Так, видите, у нас тут капельки. Вот почему-то только здесь капельки падают, а если мы заходим сюда, то капельки уже не падают. Абсурд. Да. Ну и, конечно же, у нас так мало времени прошло. Давайте проходить золотые яйца, которые остались. Лишние. Лишние. Выкинуть нужно их, да? Значит, раз лишние. А, опять проходилка авто. Полетели, называется. Ну, не называется так, конечно, просто. Дурацкий уровень какой-то. Даже не весело. Давайте дальше. О, скайп. Ровё тоже рекламирует. Странные. А чё Ровё-то? Зачем они сделали это? Скажите, это реклама, им заплатили, либо они заплатили? Или они говорят, что вы можете в Angry Birds играть даже... Мда. Нет, не можете. Странные Ровё. Был пройден этап с легкостью. Но видите, не такой уж уровень прям простой. Дальше. А это музей. Так, а чем этот уровень бонусный, скажите? Вроде как обычный уровень, да? Может, опять что-нибудь взлетит, разорвется, упадет с неба. Плохо помню, совсем плохо помню уровень, друзья мои. Может, это один из тех уровней, который... дается за эти уровни, те самые дополнительные, которые три последних, помните? Классический каменный уровень с бомбами. Такие странные эти уровни, но простенькие. Да. Как видите, бомб... Это третий. Нет, это третий, значит... Значит, не знаю, почему-то обычный он. Хотел сказать, словно получше получилось. Что-то не получше, нет. Теперь подорвался. Ну и вот. Да, звезда. Еще давайте пройдем один. А, вот эта вот штука с рычажком, да? А, рычажок даже не нужен.
Ура, яйца спасены снова. Нужно было это... заставку сделать. Бонусы. Шапка осталась. Значит, не настоящий волк-кролик. И еще один уровень на сегодня. Ну, вернее, вообще. Последний из бонусных яиц. Домино. В принципе, нужно было делать сильно троица. Без троения не получится уничтожение. Король выпал. Но свинка тоже выпала. И мы победили. На сегодня все. Снова. Затахить не пройденных не осталось. Не собранных остались еще. Да, я боюсь, что кое-что я пропустил. Поэтому извините. И тут, слушайте, почему в этом меню есть всякие там разными фонами падающие предметы, которых мы не видели никогда. А в Пиглансе вот что-то падает. Эй. Проверить хочу всего лишь. Падает ли что-нибудь в Пиглантисе? Если мы выходим на меню. Рыбки падают, по-моему, да. Припоминаю. Неужели в каждом эпизоде что-то падает? Рыбки не падают, они летают, но падают. Ё-моё. А тут фейерверки, что ли, падают? Неужели что-то в каждом эпизоде Сизнеса что-то падает? В каждом Сизнесе эпизоде. А тут нет, тут просто всякое летает. А, фейерверки. Ну, не падают, конечно, но что-то. Ладно. Тогда на сегодня все. Увидимся в следующем раз. В классическом Angry Birds. Ну, в смысле, триложной части. Ла-ла-ла!